сейчас до домиков доходим, там все собираемся, я речь толкаю и идем дальше. Уважаемые господа, значит, мы сейчас с вами пойдем на Байкал. Сейчас будет спуск. Страхуйте девушек, мальчики, да, потому что будет скользко, где-то будет вода, налить поверху. Значит, страховать можно любыми методами, это как раз удобный повод. Это хорошо, что мы не идем вечером, потому что вечером здесь воды вот так бы было. Было бы интереснее, да? Встречаемся потом все на мосту, с которого уже будет виден Байкал. Там будет старая Кругобайкальская железная дорога. Мы с вами проехали по новой Транссибирской магистрали. А вот это вот старая Транссибирская магистраль, которая была построена в 900 году, в 905-м, и в 51-м уже была закрыта. И потихонечку все поселки здесь вымерли. Вот этот поселок получил популярность, потому что две дороги сходятся и находятся близко друг к другу. Чем интересна эта Кругобайкальская железная дорога? Техногенная трансформация, особенно те, кто занимается ландшафтным дизайном. Посмотрите потом на тоннели, да и увидите, как их аккуратно и интересно сделали. Привела к тому, что здесь сложился интересный природный ландшафт. То есть, если раньше были вот такие склоны с деревьями и все, но когда построили дорогу, здесь появились искусственно сделанные остепненные склоны. И здесь самое теплое место на Байкале. Здесь еще в ноябре, когда в Иркутске уже минус 15, здесь максимум минус 5. А все почему? А потому что имеется такой фактор, как отепляющее действие Байкала. Здесь еще до октября цветет сирень. То есть второй раз зацветает. Но, когда встает лед, весна здесь тоже наступает позже. И мы с вами только здесь увидим чистый Байкал, ну, примерно 8 мая. Кто найдет подснежник, тому зачет по орнитологии. Как первые люди двинулись в сторону Слюдянки, начинаем тихонечко выходить уже туда. И мы начали терять бойцов. Но не потому, что они устали, а потому, что прекрасная солнечная погода. И есть где позагорать и полежать. Мы с вами находимся на Слюдянском вокзале. И он сделан целиком из мрамора. Это один из уникальнейших вокзалов или строений даже у нас в Восточной Сибири. А, и вся железная дорога вместо гравия насыпана мраморная крошка. Представляете?